Смотрю сейчас интервью Дмитрия Карпенко с двумя ЧВК вагнеровцами. Они воюют сейчас на стороне добра за Украину. Пока что послушала первого только. Я за него, про него уже делала ролик, что он ехал в автобусе в Россию. И когда спросили, есть ли желающие остаться, он встал и сказал, я хочу остаться. Вот. И, по-моему, он из Самары. У него в Самаре осталась жена и двое детей. Вот. И вот лицо его открыто, пожалуйста, воюет. Вот. И хотела сейчас обратиться к украинцам. Я читала комментарии, что вы им не доверяете. Конечно, доверять ему как бы нельзя. Но за то, что они воюют вместо каких-то ваших сыновей, это очень хорошо. Чем больше россиян будет переходить на сторону добра, тем меньше украинцев будут мобилизированы, правильно? Вот. И второе, я абсолютно не удивляюсь, что эти россияне переходят на сторону Украины, потому что они столько натерпелись от российской армии. Вот он рассказал, они же расстреливают своих. Если за любое неповиновение россияне вас расстреливают своих, вы копаете себе яму без каких-то шуток. Выкопал яму, пуля, и ты уже там лежишь, и все, тебя закопали. Просто за невыполнение какого-то приказа.